Друзья, привет! В этот раз мы изучаем возможности целесообразной сборки компьютера на основе микротейкс-платы с видеокартой длиной до 370 мм в небольшом горизонтальном корпусе формата SFF. В наше время компактные комплектующие по производительности и функциональности часто очень близки к более распространенным габаритным аналогам. Но стоимость этих компонентов традиционно достаточно высокая, да и их ассортимент обычно невелик. Компания Silverstone предлагает любителям небольших корпусов не ограничиваться компактными комплектующими. Так, в решении Silverstone Sugo SG12 поместятся не только небольшие мини-ITX-платы, но и более распространенные и доступные микро-ATX-модели, а длина поддерживаемой видеокарты составляет целых 370 мм. Таким образом, вы можете получить сравнительно небольшой системный блок, используя при этом вполне стандартные компоненты. Давайте более пристально рассмотрим новинку и исследуем целесообразность и удобство использования ее в качестве основы для построения компьютера. В комплекте поставки Sugo SG12 присутствуют следующие компоненты. Как видим, производитель сделал акцент на удобстве прокладки кабелей, для чего предусмотрены 4 стяжки и пара пластиковых креплений. Для столь небольшого решения это является действительно важным моментом. Корпус достаточно оригинальный. Приятный внешний вид ему придает алюминиевая фронтальная панель со следами шлифовки, которая довольно хорошо противостоит появлению отпечатков пальцев. А синяя ручка с фирменной символикой производителя отлично гармонирует как с черным корпусом, так и с небольшими синими вкраплениями в виде портов USB 3.0. Ее же изготовитель советует использовать при транспортировке устройства. Между портами для передачи данных разместилась пара 3,5-мм аудиоразъемов, а слева прямоугольные кнопки включения и перезагрузки. Несмотря на компактность устройства, производитель не забыл о все еще востребованном 5,25-дюймовом отсеке. Наличие 4 слотов расширения является типичным для микро-ATX-плат, которые внутри новинки располагаются горизонтально. В таком же положении фиксируется блок питания, размещенный над процессорным разъемом. На нижней панели имеется пара выступающих ножек высотой 12 мм с резиновыми накладками, а также пара отверстий под еще один набор аналогичных компонентов. Два посадочных места для вентиляторов позволяют установить парочку 80-мм решений, обеспечивающих дополнительный отвод тепла от видеокарты. Кстати, при виде сверху заметен кронштейн для монтажа двух 2,5-дюймовых накопителей. Помимо этого, возможен монтаж еще 7 2,5-дюймовых носителей, для чего имеется специальная съемная корзина. Для крепления 3, 3,5 или 2,5-дюймовых накопителей используется еще одна корзина с 3 выдвижными полками, фиксирующимися в ней с помощью винтов. Накопители отлично охлаждаются расположенным рядом 12-сантиметровым пропеллером. Создаваемый шум можно оценить как комфортный, фактически неслышный. Стойки для системной платы уже изначально установлены на дне корпуса. Ее монтаж не вызовет трудностей, но наличие ограниченного свободного пространства закономерно вносит некоторые неудобства. С поддержкой установки габаритных видеокарт в тестируемом корпусе все отлично. Сюда поместится решение длиной вплоть до 370 мм. Производитель отмечает, что ширина видеокарты не должна превышать 113 мм, но это не обязательное условие. Просто в нашем случае 130-мм решение уже не позволяло установить вертушку у тыльной части корпуса. Возле видеокарты видна корзина для монтажа 7 2,5-дюймовых накопителей. В случае их применения длина адаптера несколько ограничивается, но для большинства пользователей будет достаточно и 5 посадочных мест. Максимально возможная длина блока питания составляет 237 мм при отсутствии оптического привода. Если такой все же имеется, то данное значение сокращается, в нашем случае до 200 мм. Отметим отсутствие в корпусе каких-либо элементов, которые могли бы смягчить вибрации, возникающие в процессе работы корпусных вентиляторов и пропеллеров блока питания. Несмотря на это, никакого дребезжания или тряски во время его тестирования не наблюдалось. Сама же новинка может похвастать отсутствием зазоров, хорошо подогнанными деталями, отличной обработкой кромки и высоким уровнем жесткости. Кроме обычного режима работы с одним предустановленным вентилятором, тестирование Silverstone Sugo SG12 проводилось также с установленной дополнительной 80-мм вертушкой у тыльной части корпуса. В сравнении со стоковыми решениями от Shiftech и Zalman, новинка оказалась самой комфортной для комплектующих. Так, наличие ряда вентиляционных отверстий возле видеокарты позитивным образом сказалось на ее температуре. То же самое можно сказать и о жестком диске, который охлаждался размещенным рядом 120-мм вентилятором и не прогревался выше 34 градусов. Единственный сравнительно высокий показатель – это нагрев процессора. Результат приблизительно соответствует модели Shiftech, но корпус Zalman в этом плане заметно лучше.
Безусловно, здесь сказывается нестандартное размещение блока питания, который расположен прямо напротив процессорного кулера. А вот несколько более габаритный корпус от ThermalTake в заводской комплектации обеспечивает лучшие температурные показатели для процессора и чипсета, но также несколько уступает по возможностям охлаждения видеокарты и накопителя. Установка дополнительной 80-мм вертушки в тестируемый корпус заметно улучшила все показатели, в том числе температуру видеокарты, которая опустилась до рекордных 59-61 градуса. А вот нагрев процессора хотя и снизился, но не сильно. Данный момент следует учесть как при выборе самого CPU, так и при подборе системы его охлаждения, которая должна обеспечить надлежащую эффективность при высоте конструкции до 83 мм. Корпус Silverstone Sogo SG12 получился в действительности небольшим и оригинальным решением. Внутри него можно собрать полноценную игровую систему, не тратя время и деньги на поиск одновременно компактных и производительных системных плат и видеокарт. Так новинка без труда поместит себе микро-ATX плату и видеокарту длиной до 370 мм, стандартный блок питания формата ATX, а также хорошую дисковую подсистему. Несмотря на наличие всего одного предустановленного вентилятора, температура большинства компонентов являлась достаточно низкой. Чем придется пожертвовать владельцу данного корпуса? В первую очередь системой охлаждения процессора. Она не должна превышать 83 мм. Во-вторых, возможности разгона, если и будут, то крайне небольшие, в связи с более высоким нагревом процессора в сравнении с обычными Tower-корпусами. В целом Silverstone Sogo SG12 является достойным внимания решением. Он обладает отличной жесткостью, отличается хорошим качеством сборки и в целом продуманной конструкцией. Также отметим интересный дизайн, определенно выделяющий его на фоне остальных корпусов. Больше обзоров и тестов на IT-портале GESET.com. Всего вам хорошего и не забывайте подписываться на наш канал.